глядачі, вы поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. В СУ, вероятно, снова ударили по железнодорожному эшелону російської военной техніки із Крыма. Залишим мовою оригіналу. Нехай хоч тут росіяни чують правду. Окупанти, слухайте, що на вас чекає. Брілівка снова. Херсонська область. Пылают эшелоны з технікою і БК. Говориться в описании к відеоролику. Отметим: це вже не перший удар українських военных по эшелонам з російської военной техникой в Брілівці. В ночь на 30 июля ВСУ уничтожили вооружение. противника прибывшие на железнодорожную станцию из аннексированного крыма советник главы мвд антон геращенко сообщил о поражении более 40 вагонов с военной техникой личным составом и боеприпасами российских войск по предварительным данным удар наносился из реактивной системы залпового огня хаймарс кроме того сегодня в час ночи удар снова был нанесен по антоновскому мосту там где орки делали вчера ремонт плитку которую положили снесло также предположительно наносились удары и по переправах управление стратегии Филогических коммуникаций ВСУ заявляет, что оккупанты, которые наращивают свои силы на Херсонской области, не будут иметь успехов в наступательных действиях. По данным ВСУ, российские оккупанты накапливают силы и средства в Херсонской области для сдерживания контрнаступления ВСУ и подготовки наступления на Криворожском и Николаевском направлениях. Свои склады с боеприпасами захватчики размещают либо на левом берегу Днепра, либо на правом, втиснувшись в берег реки, чтобы их не достало украинское оружие. В страткоме отметили, что до позиции россиян тридцать. 40 километров, а следовательно РСЗО М-142 «Хаймарс» могут достать до вражеских складов. Также подчеркнули в ВСУ важно то, что у россиян нет ни одного большого склада, который бы обеспечивал их передовые подразделения боекомплектом ИГСМ на расстоянии менее 10-15 километров. Некоторые склады оккупантов вообще удалены от передовых позиций до 30 километров. В Страткоме намекнули, что знают, в каких населенных пунктах на севере и северо-востоке Херсонщины расположены склады россиян. Поэтому ВСУ подытожили, что оккупанты оккупанты, которые формируют на правом берегу Херсонщины полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере человеческим ресурсом, но будут иметь проблемы с техникой и сопутствующими расходными элементами. Даже с тем имеющимся количеством складов, которые сейчас расположены на правом берегу и пока не чувствовали запаха хлопка, можно говорить о том, что их количество недостаточно для обеспечения такой группы войск. После того, как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу. В Херсонской области есть три переправы, объединенные левый и правый берег Днепра. Это Антоновский автомобильный мост вблизи Херсона, Антоновский железнодорожный мост и дамба Каховского водохранилища в Новой Каховке. Россияне чаще всего использовали для перебрасывания своих войск и техники Антоновский мост, поскольку он расположен ближе всего к Херсону. Но после точных ударов ВСУ по мосту он стал непригоден для передвижения. Сейчас оккупанты вынуждены делать немалый крюк через Новую Каховку, чтобы перебрасывать силы на правый берег Днепра и пополнять свои склады. ВСУ в это время время продолжает уничтожать российские склады и освобождать населенные пункты в Херсонской области. До встречи, глядачи, выстоимо, и комментуйте, лайкайте. Мы сила!